Права рука шевелится вот так. Это означает, что ты в принципе человек, который готов любить свою жизнь и тех, кто тебя любит. Левая рука делает точно так же, потому что это есть те люди, которые рядом с тобой, которые тоже, в принципе, такие же люди. Когда рука опускается, ты разрешаешь себе поднять левую руку. Занимались секси-танцами? И только там, тара-там-там. И только там, тара-там-там. Песен, которые шепотом петь бесполезно. И только так.